Так. Видно, не видно? Вроде видно. Ой. Добрый бичиночек. Все, все притянул. О, сфокусировал. Купил комбикорм. Я не знаю этого производителя, не буду вам ничего показывать. Всем привет. Сейчас я это... Нужно открыть, секундочку. Так, ключик. Вот так. С карманчика. Опачки. Все. Мы доехали сюда. И здесь 4 дня доехали домой. Доехали хорошо, 4 часа дороги. И мы дома. Вот так. Я сюда не шел. Первым делом надробил бочечку комбикорма. Купил, я вам рассказывал. Еще не сушка, здесь 2 килограмма. Один мне, а один не мне. Купил морковки кроликам. И купил корм цыплятам. Все, цыплятки там, ой, кричат. Вот так. Все. А ну. Фух. Все за один раз притянул. Это не очень хорошо. По чуть-чуть. Ну, у меня там дробится, знаете. Не было здесь 4 дня света, и никто не мог надробить. Поэтому... О, как подсохло хорошо. Поэтому, пока есть свет, не знаю, сколько его будет. И как долго он будет. Девки, привет, доброй ночи. Сейчас будем у вас убирать. Мне сказали, что свинки не гуляли. Они должны были гулять в эти дни. Ну, не должны были, а могли. Могли загулять, но не загуляли. Это хороший знак. Значит, свинюшки условно супер. Вот. Еще какой-то мокрый. Хватит. Все. Во, это уже веселей. О, сколько яиц куры нанесли. Ай. Сегодня воскресенье, мы уезжали в воскресенье. Ну, Светлана Николаевна брала. Может, еще кто-то брал яйца. Смотрите, за 7 дней. Что тут куры нанесли? Да много, да? 5, 10, 15, 20, 25. Почти 3 десятка. Сейчас пойдем посмотрим гнездо. Светлана Николаевна точно брала. Она говорила, что типа, я ходила по яйцам. Я говорю, ого, какая молодец. Спросил, как цыплята. Сказали, все хорошо. Так, сейчас помоем поилку. И сейчас дадим комбикорма. И вроде подросли. Вот теперь и мне видно, что чуточку стали толще. Как бы прошла неделя. Ну, надо будет убирать. Я сегодня ничего не буду. С дороги сил у меня нету. Хочется лечь и ничего не делать. И по поводу вот клетки и перепелов. Корм перепелам я купил. Ну, не донес на том дворе. Но... А перепелок вчера позвонил, и мне сказали, что у них есть только 5-дневные. То есть другого размера птички, именно перепелов, у них нету. Ну, а 5-дневных я точно не хочу. Мне негде их содержать. Не дай бог выключат свет. Мне это не надо. Опа-на! А это что за новость? Завтра у вас почищу. Смотрите, они обзнакомились через экран. И малая заскочила. И они не бьются. Толстая, подросла. Я когда их покупал, они реально были меньше. Это они... Я неделю их растил. И неделю, пока меня не было. Прям подросли. Я когда их брал, вот так спокойненько с клетки мог обнять. Ну, вот тут возле передних лапок. А сейчас не могу. Толстые. Толстые. За уши кроликов держать нельзя. Это ошибочное, как бы, как сказать правильно, мнение людей, что кроликов нужно носить за уши. Это потом люди так решили, потому что уши у них большие, и типа для человека это удобно. Но кролику за уши больно. Вот так только за шкурку. Сзади.
Все, толстые как подросли. Завтра поеду им по жениха. Вот так. Крыла принесу вот этим красоткам. Я смотрю, они тут с голоду не пухнут. Кормушка опять у них с зерном полная. Ну, как есть. Вот так. А, еще ж к курам сходить. Красавчик. Как твои дела? Мне не нравится, что вы лазите. Не нравится. Ты будешь большой, будешь висеть. Будешь мне все замазывать здесь. Какие молодцы. Все поели. И вот за неделю тыквы нету. Завтра принесу, привезу, если там еще есть. Да, девчатки? Давайте, цыплятам дадим корм. Сейчас я постараюсь открыть. Курочки. Сейчас я вам дам корма. Сейчас. С какой стороны отрезать. Победу я не показал. А еще, знаете, по поводу Пеппы. Мне очень много моих зрителей именно в Инстаграме прислали видео белой такой жирной-прижирной свинки, которая вот так подходит к кормушке, а съемка такая со стороны кормушки, и она жрет из кормушки листочки. И там, конечно, пачка у той свинки белой, ну или кабанчик, я не знаю, кто-то, пачка пошире, на! Так что не такая Пеппа и толстая, да? А линяешь? У свиней очень сухая кожа. Поэтому вот это лущенье, это нормально. И шерсть до сих пор лезет. Никак не облиняет булка, да? Булка. Во. Вот так. Так. Ну, видите, много кто пишет, как хозяйство, как хозяйство. Хозяйство здесь маленькое, его немного. О, папа кушает. И оно в порядке. Тот человек, который управляется, я ему полностью доверяю. И ни малейшего не было переживания, когда я вот уезжал вот сейчас на целую неделю. Мы не собирались на неделю, мы собирались на 3 дня, но так получилось. Давайте я вам дам корма. Курочка вас научит сразу есть стартовый комбикорм в месячном возрасте. Или не научит? Вот так. Сейчас. Сейчас дам, детвора, сейчас дам. Сейчас всех покормлю. Сейчас я тут положу еще часок-полтора, надроблю, ну, еще 2 раза по бочечке, а завтра уже додроблю. Ну, в общем, посмотрю. Мне нужно, чтобы бочка у меня была полная, потому что это нехорошо, когда нет на молотого. И вот уехал, а кормить нечем. Ну, как бы цельное зерно-то есть, но это не очень. Не ной. Пепита, ты съела все, что тебе кинули, да? Тут, ой, а на бумажке я не прочитал, что написано. Написано, это комбикорм. Видите, какой крупный. Комбикорм для цыплят мясо-яичных пород. Вот как раз для этих цыплят. Но написано 9-17 недель. Это от 2 месяцев до момента начала яйцекладки. Цыпляткам этим в начале декабря будет 2 месяца. Думаю, что нормально. Не такой он уже и крупный, они большие. Да? Ну, не дам вам сегодня каши, не дам. На. Во, смотри, что у меня есть. Стартовый. Вы ни разу не ели стартовый. А ну, курочка сейчас
вас научат сразу сходу. Вот, смотри, вот. А ну. Клюй. Они не поймут. Ну как, они поймут, когда она им покажет. Но сейчас она с ними разговаривает. Но, о, смотрите. Разобрались. То есть это комбикорм, конечно, получше, чем обычная дробленка. И я смотрю, им вот уже дробленку обычную кинули с пшеницы, с ячменем. Ну, думаю, что им примерно почти 2 месяца, то уже можно с ячменем. Ой, а ножницы что у вас, мои старенькие, делают? Вот. Что вы тут резали? Что вы резали? Начнут, сейчас начнут. Вот это можно убрать на сегодня. Замочить его, помыть. И пока здесь стартовый комбикорм, они будут без каши. Еще хотел фуразолидон купить, потому что от вареной каши у них может быть, ну, как бы жидкий помет. И, ну, я что-то забыл. Мы были в аптеке, и я не купил. Ну, мы будем завтра ехать на квартиру. Там аптека работает. Ну и заеду, спрошу. Ну, я не могу сказать, что у них понос. Но пусть лежит. Он недорогой, пусть лежит. Вот так. Так, и куда же мне прицепить? Короче, вот так сделаем. Так как, не знаю, мыши есть, нету. Вот так мешочек подвесил. Думаю, будет идеально, да? Угу. Клюют. Сейчас она им объяснит. В общем, пусть клюют. А я пойду помою поилочку. Все. Смотрите, и дам им просто чистую воду, без ничего. Оно им ничего не надо. Я их пропоил и витаминкой, и кокцидиостатиком. Ага, так не сильно вам их видно. Угу. Не. Так, сейчас, секунду. Вот так, да? Во. Все, сейчас я вернусь. Ну сейчас, я вас тоже покормлю. Сейчас покормлю. Сейчас помою по очереди. Сначала маленьким. Приварятся большие. Сейчас дам.
Ждете, да? Ждете, детятки? Едят, нет. Кашу ждут паразиты, да? Так, сейчас темно. Как смог, так и помыл. Завтра домою. Оп. Ну, водичка чистенькая. Все. Вот так. Сейчас с зайцем. Смотрите, что произошло. Вы видели? Она побила, курица побила черную курочку. Это нехорошо. Это выглядит так, как будто она их хочет бросить. А может, просто наказала. Ну, кто его знает, что там у нее в голове, да? Курех. Вот так. Так, морковки сейчас дать свинью. Ой, этому. Буду белить, известь стоит. Побелю все загоны. Вот так. Ножичек. Вот так. Детятки. Оп. Неправильно. Поменять части. Шо вы, толстухи? У вас свеколка лежит. На. Да, это мне. Это вот этим пузатиком хорошим. А ну. Растут. Им тоже почти 2 месяца. Крольчих можно с 4 месяцев пускать. Это где-то декабрь, январь, в феврале можно их тоже уже пускать к самцам. Вот так. Ну а самец завтра приедет. Давайте водичкой. Вот так. Все. Вы постойте опять с цыплятами, а я этим водички принесу. Обормотом. Сейчас принесу, а убирать будем завтра. Не хочу ни у кого убирать. Будете сегодня все. Вижу водички, да? Вот так. Бьет черного, да? Черненький, смотри, немножко от нее прячется. Разберутся они с комбикормом, он им точно понравится, и они будут его хорошо прям кушать. Кажется, гоняет черного. Прячется. Вот смотрите, паразитка. Смотрите, что делает. Вот вам и нянька. Вы видите, что происходит? Может, когда темнее, вот типа вот так. А вот это тоже интересный момент. Посмотрите. Еще мне очень много тоже, ну вот, подписчиков, зрителей прислали ролик, как кабана. Ну там парень с ребенком или с девушкой, не помню. Ловят кабанчика, а он из загона в загон прыгает, такой большой сарай, и он так прям прыгает. Вот заяц точно так себя вел, когда его ловил. То есть вот с такого загончика он сходу вот так раз и перепрыгивает. Смотрите, он погрыз стену. Это зубы. А это не грыз выключатель? Вроде нет, но нужно будет что-то с этим сделать. Слышал, опять эта паразитка гоняет цыпленка. Вот так. Может, если будет темно, она его не будет трогать. Вот зараза. Вот этот момент мне больше всего не нравится. То есть, как бы, получается, убрать цыпленка мне некуда. То есть, единственное, что остается, это убрать курицу. А убрать курицу, это забрать курицу у всех цыплят. Вот зараза.
Вы видите? Вот вам и курочка любит деток. Или еще раз, это вот подтверждает то, что у птиц и у животных нет этого. Нет никаких чувств любви. Это обычное чувство. Даже не чувство, это обычные инстинкты. Инстинкты самосохранения и размножения. Все, больше никакого другого. Вот паразитка курочку обижает. Опачки. Водичка раз. И водичка гоняет, загоняет. И водичка два. Да чё ж ты его гоняешь? Обрежу сейчас ей клюв. Это прям сделаю сейчас. У нее клюв будет не такой острый. И она его хоть не это. Не прибьет. Зачем ты это начала? И когда ты это начала? Видно, что это не сию секунду началось. Вылезет. Вот паразитка. Ей больно. Ей больно не будет. Это как подстричь ногти. То есть клюв растет у птички, как и ногти у людей. Просто вот так подрезать кончик, чтобы он не был острый, чтобы она, не дай бог, его не расклевала. Тихо, тихо, паразитка. Это часто делают при каннибализме птицы. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все-все-все-все-все. Это как роги подрезать корове. Или копыта подрезать и той корове, лошади, там, я не знаю, козе. И вот точно так же и клюв. Все, чуть-чуть подровнял, иди. Все. Пошли к курам. Добавочка. Девочки, сейчас я вас накормлю. Подождите. Подождите, сейчас все будет. Все. Сидит. Петруха сидит. Все, сейчас им тоже. Видите, зерно у них тоже. Нужно насыпать. А у них тоже ни еды, ни воды, ничего. Сейчас принесу. Петруха битый, нет? Вроде нет, вон немножко гребешок. Грамулечку. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Мыши, слышите? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ребят, курица вернулась, да? Я же правильно посчитал. Давайте вместе с вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сверху 10, 11, 12, 13. Снизу 3, 16, и на полу 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Я же говорил, мне начали писать в комментариях, что их 22. Просто где-то курица лазила 3 дня. 3 дня мне нервы трепало, и вам тоже, вы тоже писали. В общем, 23 курицы. Мыша пролезла. Паразитка, надо и сюда яду принести. Вот так. В общем, завтра нужно поубирать. Два. Грязное какое-то. Что оно тут? Только снесли. А вот раздавленное.
Вот почему я... Мыши, что ли, там? Да, мыши. Яйца, может, это мыши сожрали. Видели? Видели мышу? Вон паразитка. Мыша. Зараза. Это раздавленное яйцо. О, и вон туда убежала мыша. Так, нужно здесь потравить. Короче, я хочу это гнездо убрать, но я послежу 2 дня. Посмотрю, что и как. Оп, еще мыша пробежала. 3. Вот еще 2. 5. Угу. Ой, неудобно. Ладно, в карман кладу 2. 3, 5. Все, нету. Сейчас я вам принесу и водички новой. Вот так. Курочкам витамин. Сейчас погода дурацкая, корм сильно, ну, как бы не сильно сбалансирован. Так, премикса чуть-чуть, как бы по белку он не сбалансирован. И вот так. Поэтому витаминки лишними не будут. Можно еще нутрильчик им подавать. Вот так. Так. Яйца можно продавать, да? Вот так. Нутрил у меня еще был. Где-то нужно найти. Короче, где-то здесь есть. Сейчас найду. Вот кучка. Это мы добавлю. Вот. Вот так. Все. И корм. Сейчас наберу ведро. Секунду. Вот так. Вот. Сколько грязи. Ну, а вы видели, выпал снег, а потом снег растаял, потом шли дожди. Короче, что тут только... Сейчас, подождите, добавочку. Сейчас, секунду, девки. А, голодные. Голодные. Кыш. Кыш, 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 кыш. Кыш, 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 пожалуйста. Вот так. Все, кыш, 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 кыш. Кыш, кыш, кыш. О, вот так, да? Все. Можно еще чуточку. А то ведро громаднейшее. Во. Все, детятки, все. Во. Кыш. Во. Все. Голодные какие. Все, сейчас. А я пойду водички принесу. А ну не драться. Не драться.
булочки. Все. Так, а где витаминка? Вот она. Петрухе, оно не драться. Голодные все, смотрите. Вы видите? Все, завтра. Завтра все наладится. Даже в таких условиях без света курочки несутся. Но у этой курицы вот она. Мне кажется, даже лапки чуть улучшились. Как бы воспаление прошло, и чешуйки чуточку стали на место. Иди сюда. Но гребешок у нее не красный, она не несется. Я про вот ту курицу, у которой были самые некрасивые, ну такие воспаленные, прям увеличенные, утолщенные чешуйки. А сейчас смотрите. Видите, чешуйки есть, они потом, когда, в общем, они же отшелушиваются, и со временем, возможно, даже наладятся. Мне кажется, ножки хорошо выглядят у нее. Как вам показать? Увидели, не? Ее ж надо еще как-то уловить. А она паразитка, самая боягузка. Где ты лазишь? Во! Отойди. Вон, смотрите, видно лапки? Видно. В общем, ничего. О! Такую мелкую фракцию сделали. Прям красота. Во! Все. Водичка немножко пожелтела. Во! Все, девки, завтра ждем 10 яиц от вас. Постарайтесь. Все, пока закрывать не буду. Может, кто-то выбежит. Вот так. Все. Красота. Видите, этот килограмм еще не съеден. Прям еще есть чуть-чуть. Ну, еще где-то на два раза, то ведро на два дня, то есть где-то на неделю еще хватит. Это на месяц, короче, на 23 курицы, 2 петуха на 25 штук. Мне килограмма хватит на месяц. Так, все. Это тоже надо тут потом убирать. Это пусть тут висит. Купил то же самое, то есть одно и то же. Потому что брал в той же самой аптеке. Пип, мне не нравится, что вы лазите. Обормоты. Давайте дам покушать, мои девочки. Дать кушать, да, сейчас дам. Так. Этим по чуть-чуть. На. На, почти толстушка. На, красавчик. Завтра буду все чистить. Не хочу. Не хочу сегодня. Сейчас еще додробится. Нате, девочки, нате. Оп. Нате. Оп. По чуть-чуть. На. 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 Все. Этим девкам долью. Все. Нужно курицу убирать. Вот паразитка. Не дает жизни маленькому черной курочке. Их всего две. Вы видите? Смотрите, что творит. Пойдет курица в общий двор. Вот обормотина. Ну зачем ты это делаешь? Да, вот негодяйка. Понаблюдайте, пойду ведро наберу воды. Смотрите, зашел цыпленок. Клюнула. Вот паразитка, смотрите. Ты что делаешь? Ты прям сейчас пойдешь.
Вот что ей стукнуло в голову, видите? Это я к тому, что уже мне писали, я вам рассказывал, что курочка ни в коем случае не примет чужих цыплят. Если разница между цыплятами, я вообще ее максимально увеличил, я говорю 5 дней, но очень часто курочка не принимает цыплят даже на следующий день. Очень часто. Что, почему это стало себя так вести, никому не известно, она нам не расскажет, понятия не имею, почему ей надоел тот цыпленок, и в общем она его хочет, чтобы он убрался из стада, он ей не нужен. А это значит, что ее нужно выбрасывать. А это нехорошо, она им помогает. Что делать? Забрать цыпленка в клетку перепелиную и кормить его там? А когда она бросит через 2 недели, гляньте, что делает, гляньте, что делает. Малыш, хорошая курочка, ты что ему делаешь? Но не побитая, не побитая, просто не клюет, ну не хочет его уничтожить, а хочет просто выгнать из стада. Курочка накормлена. Я, короче, в шоке. Что ты к нему пристала? Твой паразитка. Потому что цветом не подходит. Сейчас этого выгонит, а потом второго черного выгонит. Надо взять ее и второго черного и закрыть в клетку, да? Напишите в комментариях. Правильно я придумал? Иди. Всего 2 курочки. Паразитка. По-другому не могу сказать. Худенькая, худенькая вот. Не лезь. Завтра пойдешь в этот. В общий двор. Крыло обрежу и отправлю. Ля, ля. Это твой. Паразитка. Все, сейчас я воды наберу. И все. Обижает? Нет? А ну. Да, 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 да. Да. Вот это, я думаю, того черного и вот этого черного забрать. Он ей не понравился по цвету. То есть цыпленок просто ей по цвету не подошел через месяц, через 1,5 месяца. Что она на него въелась? Она точно скоро бросит всех. А тогда ля-ля-ля, что делает? Все, я так не оставлю этого. Буду без мамки. Я не знаю. Короче. Или без света их оставить. Она прям как будто он тут этот. Это розетка. Ладно, друзья. Я сейчас, наверное, пойду принесу еще дробленки.
Глянь, зараза. Принесу дробленки. О! Это уже прям все. Курица уходит. Все, будут цыплята без курицы. Мне надо, чтобы цыплята были все вместе. Ты че клюешь его? Скотина такая. Ну вот зачем ты это делала? Пойдет она куром. Паразитка. Все скушали, молодцы. Какая пузатая. Ты что делаешь, паскудина? По-другому не назовешь тебя. Фух. Ты все испортила. Это сколько она их... Ну... Не знаю, когда она их начала его бить. Я, короче, не знаю. Все. Все. Курам оставлю свет на ночь. Потому что сколько дней сидели без света. Пусть сегодня активничают. Сейчас будет драка. Сейчас будет старая курица. И тут свет не оставишь. Смотрите, что происходит. Я не знаю, что делать с тобой. Гляньте, гляньте. Это черная старая курица. Гля, гля. Петухи не так яро дерутся. Что делать? Что делать? Что мне с ней делать среди ночи? Ты что творишь? Куда девать цыпленка? Я, наверное, сейчас ее отнесу назад и выключу свет, и там будет темно, да? А здесь пусть будет светло. Так и сделаю. В темноте она его не будет клевать. Короче, все нервы мне вытрепало. За 5 минут справилась. За 5 минут справилась, подралась, побила цыпленка, побила курицу. А так все хорошо начиналось. А, они плачут. Плачут, плачут. Сама разберется, а ну. Разберешься сама. Поел? Поела? Облизала всю кормушку. Попита. Пошла порядки, понаводила. Тут, там, везде. Может, она там от курицы по морде получила. Теперь поймет, что нечего бить маленьких, да? Короче, выключаем у них свет. Делаю здесь темнее. Вот так, чтобы когда утром солнце зашло, у нее все равно будет темно. И она его черного не будет сильно... Ну, как темно? Здесь будет такой... Ну, как бы мрачновастенько немножко. Это окно открыто. И, ну, открыто, закрыто. Я имею в виду стекло. Все. Пусть сидят паразиты в темноте. Вот так.
Ладно, друзья. Всем и вы все съели, молодцы. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего вечера и всем пока-пока. Пока, друзья.